В связи с прошедшими терактами в Санкт-Петербурге и Ростове на Кубани усилены меры антитеррористической безопасности. О том, что необходимо сделать для защиты жителей, обсудили на заседании антитеррористической комиссии Краснодарского края, которое традиционно прошло в режиме селектора. В студию Славянского района для участия в нем был приглашен полный состав антитеррористической комиссии муниципалитета. По мнению губернатора, сегодня следует предпринять дополнительные меры, чтобы у жителей не возникало сомнений в собственной безопасности. Необходимо усилить защиту торгово-развлекательных объектов, в том числе их парковок, провести специальные инструктажи для сотрудников охранных предприятий. Особую бдительность должны проявлять и сами жители, акцентировал Вениамин Кондратьев. Просто не будьте беспечны, не будьте безразличны, в том числе к своей жизни, жизни своих близких. Кроме того, глава региона поручил усилить работу по информированию граждан о необходимых действиях при чрезвычайных происшествиях. Каждый должен знать, куда звонить и обращаться в случае беды, как себя вести.